предоставлял свое жилье для употребления наркотиков, несмотря на неоднократные предупреждения. Полицейские Казани задержали мужчину, подозреваемого в организации притона. По версии стражи порядка, хозяин квартиры регулярно принимал у себя гостей, нарушающих закон. Как административное наказание для него сменилось на уголовное, расскажет Лина Зинатулина. Эту квартиру полицейские уже знают как свои 5 пальцев. К мужчине неоднократно наносили визиты и предупреждали, чтобы всех подряд к себе не приглашал, за гостями смотрел и квартиру в наркопритон не превращал. Впрочем, ни совета участкового, ни административная ответственность хозяина квартиры не пугала. Его знакомые так и продолжали употреблять у него наркотические вещества вплоть до его задержания. В квартире задержанного полицейские изъяли различные емкости, шприцы и другое оборудование, которое использовалось для синтезирования наркотиков. По данному факту отделом дознания отдела полиции Фиулина возбуждено уголовное дело по признаку состава преступления, предусмотренного в части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание притона с целью употребления наркотических веществ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Лина Зинатульна, Айрат Назипов, вызов 112.